Всем приветики, мои секретики, и вы сейчас на моем канале Secret Talk, сегодня с вами снова я, Силия, и сегодня у нас пятница, а значит, как всегда, выходит видео на тему обустройства. Ну и сегодня я решила для вас сделать такое необычное обустройство, а точнее магазин, где будет продаваться большинство вещей, именно связанных с котами, кошечками и так далее. В общем, да, вот такой необычный магазинчик мы сегодня с вами сделаем, обустроим. Я потом скажу, как пришла мне эта идея в голову и все такое. Ну, а вы обязательно не забывайте досматривать этот видеоролик до конца, потому что именно в конце вас ждет результат этого обустройства. Но мы не будем затягивать и уже поскорее начнем. Всем хочу пожелать приятного просмотра. Ну, и давайте начнем, конечно, с того, как вообще мне пришла эта идея в голову. В общем, насколько вы знаете, то у нас уже выдали подарок. Очень неожиданно, что в четверг, либо я не знаю, когда точно, но я его забирала в четверг. И там у нас, значит, была подсказка к новому обновлению, которое у нас выйдет уже 26 ноября в Токобоко. И это обновление будет связано с одним из, так сказать, мультфильмов, брендов. В общем, это котики Пушин. Вот. Вообще, на самом деле, я очень люблю вот именно этого котика, этот бренд. Вообще, мне, правда, этот котик такой милый, я вообще люблю покупать всякие там штучки, которые связаны с этим брендом, так сказать. Вот, правда, есть и игрушки всякие, и печеньки, и чего только нет. Просто полно всего. Я, когда зашла в Току, открыла этот подарок и увидела, что там меня ожидало в рюкзаке. Это вот котенок Пушин и также еще всякие там приколдесы, брелок и прочее. Я вообще была в шоке. Правда, не передать словами, насколько рада, потому что я на самом деле очень люблю вот этих котиков. И вообще, в принципе, котят, всяких кошечек, котов. Вот, очень прекрасные животные просто. Обожаю. У меня у самой кот есть. Кто еще не знает, то подпишитесь на мой лайв-канал. Там вы узнали бы уже, что у меня есть кот. Если что, называется он Ствикса, там я снимаю про свою жизнь, да. Вот так еще я самопиар сделала себе сейчас. Ну, в общем, подписывайтесь. Ну, а про Пушин, да, получилась вот такая история. И, насколько вы знаете, у нас должно выйти обновление 26 ноября, то есть уже на следующей неделе, во вторник. И там как раз-таки нам давали такую разработчики... загадку, что ли, ну, или догадку о том, короче, что у нас будет какая-то коллаборация, то есть Токобоко сделает с кем-то коллаборацию. Я вообще не ожидала, что это будет Пушин. Это вообще очень неожиданно и круто. Вот. Я очень рада, и я так понимаю, то, что это будет, скорее всего, пак одежды какой-то, и почему-то мне кажется, что пак мебели. Я точно еще в этом во всем не разбиралась, вот. Но если вот я увижу еще всякие намеки и так далее, я сниму вам, наверное, разбор, либо уже сразу сниму обзор на это обновление, посмотрим, как получится, но, вероятнее всего, без разбора сниму сразу вам обзор уже на обновление. Я думаю, что оно будет платное наверняка, потому что, ну, блин, кто сделает такое обновление бесплатно? Согласитесь. Вот, и, наверное, когда-то, опять же, это обновление исчезнет. Вот, то есть у них подписана будет какая-то бумага у разработчиков Токобоко с вот Пушин. И потом, когда их вот этот контракт какой-то закончится и все такое, то это обновление, так сказать, пропадет с Токи. Но если вы его приобретете, да, то есть оно у вас уже будет куплено и оно будет у вас в Токи, то тогда оно не пропадет. Поэтому нужно сразу покупать, если что, ребята. Так что я сниму обзор, вы посмотрите, и там уже сможете решить, стоит покупать это обновление или нет. Ну, а кто знает, может, это обновление вообще будет бесплатным. И, кстати, я вообще не знаю даже рассказывать вам здесь вообще про, так сказать, комнаты, какие у нас будут в этом обустройстве, потому что на самом деле здесь вот можно сказать так. То, что вот первая комната — это касса, то есть вход, а следующая комната — это просто вот всякие развлекухи тут и так далее. Я добавляла всяких мышек, игрушки для котят, котов и еду для них. То есть, ну, все практически, что связано с котами. Я постаралась добавить именно из креатора.
Я не ходила, не собирала никакие вещи с почты, либо с других каких-то локаций. Мне хватило креатора. Я достаточно заполнила, в принципе, дом. И, ну, я поставлю себе оценку 7 из 10. Обустройство, в принципе, неплохое. И обустраивалось оно достаточно легко. Вот. Мне захотелось сделать какое-то такое яркое обустройство. Не знаю, позитивное, что ли. Поэтому я надеюсь, то, что я смогу вам даже этим обустройством как-то поднять настроение. Вот. И вообще, в принципе, мне котики поднимают настроение. Знаете, я смотрю иногда TikTok, и у меня там попадается очень часто в рекомендациях видео со всякими котиками, как они там бесятся, еще всякие разные котики там со смешными звуками накладными, да, на их какие-то действия, допустим. Ой, вы бы знали просто, как я обожаю такие видео, правда. Скажу честно, мы еще с Дорой делимся этими видео друг с другом, вот. И мы там просто постоянно очень жестко смеемся, мы обе любим очень котов, да, вот такие мы любительницы котов. Ну и я что могу сказать, здесь достаточно много бренда Hello Kitty получилось, потому что это в каком-то роде все равно тоже кошечки, вот, да, поэтому добавила я достаточно много здесь именно из этого пака мебели, каких-то деталей. Но я говорю, мне, в принципе, очень понравилось обустройство. Вот оно такое реально легкое, яркое и в то же время не яркое. Ну, в общем, прямо какое-то такое, знаете, позитивное. Что я хотела бы вам сказать? Насчет сериала хотела бы с вами поговорить, пока у нас осталась вот буквально одна минутка. В общем, в это воскресенье выходит 10-я серия. И, если что, она не заключительная еще. То есть у нас еще будет примерно 5 серий или 3 серии. В общем, я так посчитала. Если один раз в неделю выкладывать сериал, ну, я пока что так и делаю, мы в таком темпе с вами идем, все успеваем, то мы закончим прямо вот почти к Новому году, где-то в середине декабря. Поэтому, в принципе, мы уже движемся к логическому завершению. Я думаю, вы это по сюжету тоже, наверное, понимаете. Ну, не знаю, я вот вам такой намек даю. Так что готовьтесь, конечно, я думаю, конец вы не ожидаете вообще, что произойдет, но будьте готовы ко всему. Ну и на этом сегодняшний видеоролик подходит к концу, ставьте лайк, если он вам понравился, также не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Ну а в комментариях жду оценочку и мнение об этом обустройстве. Всем огромное спасибо за просмотр, вы были на канале Секретока, всем пока-пока!